Избрание главы Печенского муниципального округа состоялось на очередном заседании Совета депутатов Печенского муниципального округа первого созыва. Двух кандидатов ранее выбрала конкурсная комиссия. Депутатам предстояло определить самую достойную, по их мнению, кандидатуру. Представить на рассмотрение Совета депутатов Печенского муниципального округа следующих кандидатов для избрания на должность главы Печенского муниципального округа. Кузнецова Андрея Валентиновича, Терехова Романа Александровича. Роман Терехов сейчас занимает должность заместителя главы администрации Мончегорска. Андрей Кузнецов возглавляет город Заполярный. Каждый кандидат на должность руководителя муниципального округа озвучил свое видение развития территории. Основными целями программы развития являются это создание условий для стабильного повышения качества жизни наших жителей и обеспечение устойчивого развития округа на основе эффективного использования географического и экономического потенциалов. В руководстве муниципального образования буду следовать принципам. Любая проблема – это наша проблема. Не должно быть и мысли, что это не моя проблема. Справедливости и законности. Сначала стратегическое планирование, а потом уже, в кавычках, инновационные идеи. По правилам, если больше половины голосов будет отдано за конкретного кандидата, повторное голосование не потребуется. В своем решении депутаты были единогласны. Кто за данную кандидатуру Кузнецова Андрея Валентиновича на должность главы Печенского муниципального округа, прошу проголосовать. Кто за? Против? Воздержавшиеся? Андрей Кузнецов до работы в администрации Заполярного проходил службу в органах внутренних дел, также в Заполярном. Хотя родился в Мурманске, именно в городе Горняков прошла большая часть его жизни. У меня лично хорошие совсем были отношения. К сожалению, сейчас и с командирами войсковых частей хорошие отношения были. К сожалению, сейчас вот командир 200-й бригады поменялся, командир уехал учиться в академию. Так выстроены отношения с руководством Кольской горно-металлургической компании. В своих коммуникативных навыках Андрей Кузнецов не сомневается. Уверен, что отношения удастся наладить и с новым руководством военных гарнизонов. Ведь сотрудничать придется много. В первую очередь избранный глава хочет заняться проблемами ЖКХ. Я считаю, что депутаты сделали хороший, правильный выбор. Действительно, историческое событие. Первый глава Печенского объединенного Печенского муниципального округа. Знаю Андрея Валентиновича Кузнецова достаточно давно. Знаю его как грамотного профессионала, специалиста в области муниципального управления. Все проблемы, которые существуют в Печенском округе, в Печенском районе, он их видит. И действительно, их надо решать. Поэтому я думаю, что задача, которую сегодня Совет депутатов перед ним поставил, ему по силам. К своим трудовым обязанностям в должности главы Печенского муниципального округа Андрей Кузнецов приступит 26 ноября. С этой же даты закончатся полномочия глав прежних муниципальных образований Печенского района. Петр Широбоков, Анастасия Степанова, Борис Савельев, Павел Удалов, ТВ-21+.